Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. В Израиле расцвела кассия, дерево золотого дождя. Давайте познакомимся с этим прекрасным деревом поближе. Родиной кассии является Индия. В мире известно 500 видов кассии. Большинство растет в тропиках. Много кассии в Пакистане, в южной его части и на острове Шри-Ланка. А в Таиланде цветок кассии является национальным символом. Кассия сбрасывает листву в январе-феврале и стоит с голыми ветками до июня, а потом начинает цвести и заново покрывается листвой. Если зима не очень холодная, то кассия сбрасывает листья лишь в мае, практически до цветения. Это довольно странно, когда весной почти все деревья покрываются листвой, а у кассии начинается листопад. Кассия не слишком высокое дерево, достигающее максимум 12-15 метров в высоту. У нее округлая крона, а короткий ствол начинает ветвиться на довольно низкой высоте. Когда цветет кассия, то трудно ее не заметить. Во время цветения кассия прекрасна. Длинные цветки собраны в крупные соцветия длиной 20-60 сантиметров, которые свисают с веток, вызывая восхищение. Цветение соцветия начинается от его корешка и продолжается, пока не достигнет нижнего конца. У цветков кассии есть легкий аромат. Когда дерево отцветает, золотой дождь из цветков падает на землю, покрывая ее ярким ковром. Поскольку кассия любит солнце и тепло, цветет она с июня по август. Наряду с цветением на деревьях кассии появляются особые бобы, напоминающие стручки трубки. Отсюда и название вида трубчатая. Поначалу зеленые стручки постепенно созревают и становятся темно-коричневыми. Длину они достигают 30-60 сантиметров. В созревшем виде похожи на колбаски кабанос. Я всем желаю мира, счастья и добра, новых открытий, новых путешествий, всего самого доброго и светлого. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будем путешествовать вместе.
До новых встреч, друзья!